С чего начиналось формирование епархии? Главный участник всех наших программ – это человек. Люди должны где-то молиться, соответственно, нужен храм. Во-вторых, где, как и кто этих людей оккультурит, воцерковит и просветит? Вначале не было ни аппарата, ни кадров, ни материального обеспечения, ничего. Разрешением стало создание уникального центра православной культуры на базе Федоровского Городецкого мужского монастыря как дома для встречи людей, где своя атмосфера, учтены все категории и интересы людей. Материальная часть центра православной культуры была обеспечена точными целевыми звеньями, аудитории для проведения лекций и занятий, музей, где мы показываем историю монастыря, выставочный зал, место, где мы показываем творчество наших участников, киноцентр, конференц-зал для проведения конференций, актовый зал для всех творческих выступлений. Вся эта материально-техническая база создавалась для миссионерской деятельности и Народного университета. А сам Народный университет должен был обеспечивать связь с местным населением, которое бы сюда приходило. Параллельно с этим для приезжих людей создали гостиницу мужскую и женскую, стоянку для автомашин и две большие трапезные с бесплатным питанием. Началась учеба в Народном университете. Каждый понедельник я сам читал лекции по нравственному богословию, житию святых и другим предметам. Большое количество людей приезжали из Нижнего Новгорода, где по пятницам я также преподавал в Российском университете транспорта, бывший МИИТ. Так начала формироваться аудитория. Народный университет, в рамках которого проводились концерты симфонической музыки, выступления хоров международного уровня и многое другое творчество, динамично развивалось, стали вовлекать население в культурно-образовательные программы с последующей их катехизацией и воцерковлением. Формы и язык были выбраны понятные и доступные для местного населения, чему мы придавали особое уникальное значение. А именно через конференции, ярмарки, фестивали народного творчества, которые стали совершаться систематически 5-7 раз в году. Народный университет стал базовой площадкой для научных конференций в нашей фундаментальной теме «Антикризисный потенциал русской и мировой культуры». Таким образом, через это епархиальное звено «Народный университет» мы посылали сигнал местному населению, готовили и формировали аудитории как в стенах епархии и монастыря, так и вне их. Когда закончилось строительство кафедрального собора, хотелось сделать его не только храмом, но местом духовной жизни людей. Для этого обязательными стали 2-3 проповеди в течение каждого богослужения и долгие, глубокие исповеди. Постоянно шли молебны каждый четверг Божьей Матери, каждый вторник святому благоверному великому князю Александру Невскому. Постепенно храм наполнялся святынями. Икона Божьей Матери Федоровская – это царская икона, как связь нашего монастыря и епархии с Российской империей. Мы здесь находимся под покровом Божьей Матери. Святой благоверный великий князь Александр Невский, правитель нашего государства, окончивший свою земную жизнь в Городецком Федоровском монастыре. Преподобный Варнава Ветлужский, просветитель и миссионер нашей земли. Около 200 частичек мощей святых, которые сегодня находятся в нашем храме. Я понял, что для миссионерской деятельности в современных условиях свободные, не обремененные семьей и работой иеромонахи – это лучшие кадры именно миссионеров. Так началось возрождение монашества в этой древнейшей обители Нижегородской области. Как я уже говорил в первой части своего доклада,
В своей жизни я много размышлял, почему малоэффективна церковь во все времена и у всех народов. И я пришел к выводу, мы ждем, что все сами должны прийти к нам. А Христос сказал: «Идите и научите все народы». Наше население, епархия, это 350 тысяч человек, нуждается в просвещении. Поэтому главным моим делом как епископа стало увеличение численности духовенства, повышение его образовательного уровня и, самое главное, мотивировать наше духовенство, наших священников, чтобы они пошли к людям. Обучение в современных семинариях и духовных заведениях не формирует у выпускников необходимого типа личности, настроенного именно на жертвенное служение. А так как на территории епархии уже были священнослужители, нужно было их довести до иного качества, познакомить с новой моделью епархии. Для этого был создан епархиальный институт повышения квалификации, где через регулярные учебные сессии для духовенства происходит расширение сознания и, самое главное, изменение и постановка фундаментальных качеств именно священника-миссионера. В институте повышения квалификации получили возможность повышать уровень своей компетенции как священнослужители, так и специалисты светских учреждений, что придает нашему учебному заведению уникальность во всей нашей образовательной церковной жизни. Сейчас мы можем доложить уважаемому собранию следующее. После капитального ремонта и реконструкции Центра православной культуры имени святого благоверного великого князя Александра Невского был создан современный актовый зал на 170 человек, новый киноцентр, гардеробы, фойе, где находится теперь уникальная выставка «Царская семья. Семейное счастье и жизненные испытания». Проведен ремонт в классах для занятий слушателей Народного университета и Института повышения квалификации. За это время здесь же реализовались десятки проектов патриотической, духовно-нравственной, краеведческой направленности. В 2022 году был создан и торжественно открыт уникальный духовно-просветительский музей святой благоверный великий князь Александр Невский, национальная слава России. Экспозиции музея расположены в 6 залах и дают возможность глубоко погрузиться в жизнь, родословную, подвиги и славу святого князя Александра. Событием стало возрождение освящения домового храма великомученика и целителя Пантелеимона. Заслуженные художники и иконописцы России проникновенно изобразили сюжеты из Священного Писания и лики святых на стенах. В храме еженедельно проходит таинство соборования, крещения, служатся молебны, акафисты, панихиды. Теперь также многочисленные паломники и гости епархии могут остаться в новой, заново построенной гостинице монастыря. Преобразилась и сама территория. Даже лавка «Монастырские яства» расширила свою площадь и ассортимент. Таким образом, Центр православной культуры имени святого благоверного великого князя Александра Невского становится центром национальной славы России, который включает в себя фундаментальные ключевые звенья государственной и патриотической жизни деятельности нашего народа.